В России могут появиться такие знаки, как велосипедная зона и стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса. С июля в силу вступили знаки дополнительной информации. Напомним, что в декабре стало известно, что в качестве эксперимента в действие ведут десятки новых дорожных знаков. Среди них диагональный пешеходный переход, выделенная трамвайная полоса, глухие пешеходы и въезд на перекресток в случае затора запрещен, а также уступи всем и можно направо, который позволяет поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.